Всем привет, дорогие друзья, с меня Фай, 3 августа, и выходит у нас обновление Доты, скорее даже несколько обновлений, и помимо этого еще и новое. Сейчас все дело с вами разберем, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и про Телеграм не забывайте. Касательно последних, именно двух обновлений на 13 и второй, по-моему, был на 19 мегабайт, там только локализация. Касательно новости, выглядит она следующим образом. Это у нас новость с фиксами, которые обычно выходят после патчей. Давайте покажу в другом формате немного. В формате такого перевода, закинутого чисто через нейросетку. Тут как есть и какие-то более ощутимые фиксы по типу того, что у Пэла давался бесконечный урон, так и то, что потом вообще в целом урон Пэлу никакой не давался, так и более незначительный по типу отсутствия реплик при использовании репела у Омник. По интересным фиксам выделять, конечно, что-то еще сложно, но вот, например, пофиксили у нас input lag, также у нас исправили баг с ландруидом и философским камнем, которые давали больше, чем нужно. Тини, у которого филактерия не давала эффекта, если, ну, при применении тоса, как бы, на одного героя, грубо говоря. Фиксы прокачки на Эмберат и тут еще где-то дровка. Ну, в общем-то, вы можете запаузить и сами почитать, вдруг есть фикс, с которым вы столкнулись, точнее, ошибка, или же на вашего героя. Например, еще фикс урона в ближнем бою пофиксили, который иногда, ну, блок точнее урона, который иногда абсолютно не работал. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.